На территории Видновской школы номер 10 прошел настоящий праздник безопасности. Проверить свои знания по правилам дорожного движения могли ребята из летнего лагеря «Десяточка». Мы считаем, что всегда лучше предотвратить, рассказать детям о возможных последствиях, чем получить уже непоправимое. В этом году в пришкольном лагере проведут свои каникулы 180 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Советник директора по воспитательной работе Анастасия Калашникова рассказывает, уроки по правилам безопасного поведения на проезжей части входят в обязательную программу познавательных мероприятий. У нас еженедельно проходят акции, связанные с правилами дорожного движения. Да, у нас отряд ЮИТ выходит каждый раз на построение на линейку и рассказывает детям о безопасности на дорогах, сопровождают их по пешеходной дороге, рассказывают о том, как нужно правильно переходить дорогу. Стоит отметить, что ребята отлично знают, как переходить дорогу и другие важные правила. Когда зеленый свет горит, машины едут, и ты должен стоять на переходе. Не должен переходить, а то тебя могут сбить машина. Надо переходить дорогу только через зеленый цвет и по зебре. Главным сюрпризом для мальчишек и девчонок стал автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности». Салон транспортного средства укомплектован мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих мультфильмов. В гости к нам приехал автобус, один единственный в Московской области. В данном автобусе детишкам показывают тематические мультики, показывают, как пристегиваться ремнями безопасности. Ну и вообще рассказывают в целом о правилах поведения на дороге, в автомобилях, на велосипедах, на самокатах. А также автобус наглядно демонстрирует действия ремней безопасности при автомобильной аварии либо резком торможении. Для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. И вдруг перед нами что-то происходит. Да? Едет хорошо. Игры на знание дорожных знаков, обучающие квесты. У ребят была возможность примерить защитную экипировку полицейских и почувствовать себя настоящим инспектором ГИБДД в патрульной машине. Большое внимание ребят на празднике привлекли служебные собаки. Кинологи познакомили школьников с ответственной работой четвероногих. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.